Крымские спасатели отработали алгоритм действий на объектах с массовым пребыванием людей. Личный состав Главного управления МЧС России по республике потушил условный пожар в Симферопольском техникуме железнодорожного транспорта и промышленности. Согласно легенде учений, по неизвестной причине возгорание случилось в аудитории на втором этаже здания. При этом возникла угроза распространения условного огня на соседние помещения. Учитывая, что в здании могут находиться 500 человек, потребовалась срочная помощь профессиональных пожарных и спасателей. Были отработаны элементы по передаче сигнала на пульт 101, а также эвакуация людей из здания и тушение первичными средствами пожаротушения сотрудниками объекта. К месту вызова оперативно прибыл дежурный караул спасателей, бригада скорой помощи, аварийная служба РЭС железнодорожного района Симферополя. Администрация техникума организовала эвакуацию студентов, преподавателей и персонала и встретила пожарные подразделения. Первое отделение огнеборцев, прибывшее на место условного ЧП, оценило обстановку и выбрало наиболее эффективный способ проведения аварийно-спасательных работ. Условный пожар сопровождался сильным задымлением. Одновременно с этим к месту прибыли дополнительные силы МЧС, которые взяли на себя тушение очага и защиту третьего этажа от условного огня через окна на улице. Благодаря слаженным действиям с задачей справились, избежав жертв, пострадавших и распространения пожара в здании. Всего в тренировке задействовали 42 человека и 12 единиц специализированной техники. На данном учениях были задействованы силы от МЧС 35 человек и 9 единиц техники, из которых 6 основной, 3 специальные. Также в ходе учения были привлечены силы от РСЧС, это скорая медицинская помощь, полиция и Крымэнерго в количестве 3 единиц техники.